Голосом необычной красоты и силы прославилась маленькая жительница Алматы. Данелия Тулешева и раньше участвовала в музыкальных конкурсах, но участие в украинском проекте «Голос дети» сделало ее известной на весь мир. А на этой неделе девочка отправилась в Тбилиси на конкурс Евровидения «Джуниор», чтобы выступить от Казахстана на европейском часе. С талантливой певицей встретилась Шолпан Илиусизова. Настоящий фурор произвела на конкурсе «Голос Диты» алматинка Данелия Тулешева. Буквально с первых нот все судьи развернули свои кресла, чтобы увидеть обладательницу волшебного вокала. Десятилетняя школьница, которую знает теперь полмира, прилежно занимается и вокалом, и школьными предметами. Признается, что родители не делают поблажек. С сентября всего 3 пропуска занятий, и все по болезни. Сначала мама вообще была против того, чтобы я была певицей и занималась этим. Она настаивала на то, чтобы я учила математику и училась. Но потом как-то она смирилась с этим. Можно так сказать. Смирились родители, когда закрыть глаза на талант Данелии было уже невозможно. Девочка стала лауреатом музыкального конкурса «Аялаган Астана» и международного состязания «Надежда Европы». С самого детства я ее развивала. Водила развивающие центры, на гимнастику мы ходили, на танцы ходили. Вот, кстати, первый раз мы увидели, что она очень музыкальна. Это когда вот мы на танцах, она станцевала танец, и как она чувствовала музыку, как она двигалась, как она жила в этой музыке. Вот после этого мы обратили на это внимание. Теперь педагог по вокалу, почти член семьи. И, похоже, Наталья только рада такой именитой ученице. Хотя знакомы они 1,5 года. Тогда Данелия только начала заниматься пением, и вкус славы девочке тогда еще не был знаком. Работать с таким ребенком – это удовольствие, это такой творческий, приятный процесс, когда ты просто в тандеме с ребенком работаешь, а не заставляешь его что-то делать, потому что там так захотели родители. Как никто другой понимают Данелию, участники проекта «Голос Казахстана. Дети», которые с интересом смотрели зрители Первого канала Евразия. Данелия, самое главное, не волнуйся, пусть удача будет на твоей стороне. Я тебе желаю, чтобы ты прошла и этот тур. Удачи тебе. Данелия, огромный тебе привет. Я очень за тебя болею. Желаю тебе удачи, много сил и только победы. Данелия неустанно трудится, ведь совсем скоро следующая поездка на Украину. Ребенок со взрослым рвением готовится достойно представить и себя, и свою страну. Шолпан Елеусизова, Алла Энголи и Айдын Калуов, Алматы.